Да, да, давайте, чтобы кадр не портил. Теперь там горизонт не видно, сколько автомобилей. У нас 38 единственных, то есть вот эти. Поэтому здесь только на сайте вы его увидите. Вот 102, которые там увидите. Мы с вами разбираем вопрос, как же машины вообще снимаются в кино. Машины те же самые, вы уже не снимаете фильмы. Ответила 50 человек на стуле, а режиссер Надежда Кашеверова это сегодня нет даже близко. Итак, все, никто не потерялся, у меня почему-то кажется. Итак, мы с вами на волчий коридор. Отсюда идут съемочные павильоны за там полностью снят. В Санкт-Петербурге, 1896. Фильм «Уплотнение». Сценарий Луначарского, Луначарский, главный роль. Да? Почти 40-летний Нина Жимо, да, облетает Европу, облетает, да, и уже становится. И в один прекрасный майский день ни в Москве, ни в Сибири не начался первый публик. Так, кому интересен подлинный... Их было несколько. Монтажный стол. Нажималась вот эта педаль, здесь зажигалась лампочка аппарата и за эту ночь женщина теряла 2 килограмма веса от нервного напряжения. В фильме великолепно. Здесь она в мертвом грузе, а там вы видите в 8 серий. Как раз о том времени, когда снимали на таком оборудовании. Осветительное. Все, что было с пленкой, только институт заканчиваем серьезно. Чем больше геометрический прогноз. Не сбегайте, я сейчас все скажу. Их уже 3 этаж, там атрибутика, звоните. Ну, а мы все сюда, да, к этому платью. Да, и сейчас будет история. Это история Мара, почти 40-летний. Пройдешь мимо, не тот каблук, не тот тот. Друзья мои, это искусство кино. Материал, с которого у нас Лекси, глаза. Она послужила пару. Да, конечно. Спасибо. Свечует. Итак, обстановка свободная. Выглядела вот так. Сюда садятся женщины, кушатюки, сюда садятся дети, паровозов, такой установок. Люди падали в угол. Значит, Олег Иванович Янковский, прежде чем приступить к этой роли. Рудиков Михаил. Да, и мы с вами переходим к теме, без которой невозможна история нашей киностудии. Да, потому что времени у нас осталось 10 минут. Но я хочу вам говорить. Никогда в жизни в Лондоне не было никакого интернета, нет. У меня там английских корней, но решили сказать только одну фразу. Это больше, чем она. Вы вообще... Я была по курсу. Мариарти. Профессор Мариарти. Внимание, это вот убийца, почему... Мягкое слово. У них были драки. Значит, этот шпана дворовый. Дисциплинированный спрос, там были драки. И режиссер ставит главную роль. Видео запрещено, да? Киностудии снимали как детектив. Завязка, развязка. Он стоп. Богиня принадлежала кинематографисту, поэтому было принято решение сделать. Берите даже фото. Современный эфир. Шостакович писал. А сейчас. Как я начал говорить, посмотрите. Ну, фильм тот же самый автор, что «Амфибия», да, фильм страшный. Книга с биографией физики и медики. Целок, ширный пол, баритор, медицинский шкаф, сортированный режиссер. Итак, третий этаж. У нас такой кинотеатр. Дело не в том, да, звонят там, дорогой звук, все, да, там все ложится, да. Первый, что в голову влетел, да. Поэтому, ну, представляете, вот на цвет. У меня такой цвет, на Отличный дворик, какая красота. Так,
этом пути. Я что-то не наметила за разговорами. А потом... Комната, где он спал. Хоть и кресло, хоть и что-то. За три дня. Нет, вроде. Ходила, блужал, потом пошла. Ну-ка.